делал заготовку цилиндров для термоусадки и немного нарушил технологию. Нарезал заготовок, насверлил в них сквозных отверстий и, не выбрав сразу полностью древесину внутри, оставил в таком состоянии на пару суток. Естественно, в связи с разнородностью плотности древесины во внутренних и внешних слоях, на заготовках пошли продольные трещины, и для термоусадки донца они непригодны. Но в утиль их пускать расточительно, поэтому делаю вещь, которая будет полезна в любом доме.